Так, ну смотрите, если вы особо варить не умеете, то я рекомендую взять электроды и монолит. Монолит, троечка, да? Вот такие электроды. То есть можно сказать, что если обычно такие дорогие электроды берет кто-то, кто не умеет варить, или кто-то, кто только начал варить. Вот 36 гривен на Украине они стоят. Здесь, по-моему, килограмм. Сейчас я, конечно, гляну. 1 килограмм, да. Вот, смотрите. 1 килограмм 36 гривен. Вот. А обычные электроды за такие деньги можно килограмм 5 взять. То есть разница существенная. Но с теми вы будете... Теми нужно уметь варить. А эти сами варят. Ну, это шутка.